Скажи, куда мы едем? В самую большую горку! Да. А подъемника нет у вас, да? Конечно нет. Фитнес есть. Фитнес. Что такое фитнес? Горные. Зачем? Ну вот они. А? Вот они. Не, а зачем они, если подъемника нет? Носить на гору все равно? Ну, нет подъемника. А сколько аренда стоит? Так тяжело в таких ботинках подниматься. Конечно. А, в ресторан. О. Горных лыж много, да? Да, хватит сноуборды. Только их тягать надо, да? Ну. А вроде же был такой разговор, что сделать подъемник еще в 2015 году. Все вопросы факел. Ну не планируете, не? Пока ничего не планируем, потому что пока отсутствие такого. Ну хоть подсветка сейчас вечером будет? Горят. Пуски есть, а на лыжную трассу нет подсветки. Темно. Лыжную трассу не проходит, пока не есть. Так, а... Сейчас можете взять, пока светло, пойти, посмотреть. А где что там ходить? Надо спускаться. Ну сейчас сходим, посмотрим, что там за горы. Может какие горные лыжи возьмем. Как сказать? Здоровья. Че? Спасибо. Да хоть чуть-чуть там пробежимся, ничего страшного. Отстегнуло, пробежало. Вот. Да. Ну чуть-чуть поднялись, спустились, Че? Пошли. Да, пошли там глянем. Привет. Привет. Тебе также. На чем будешь? На плюшке. Сейчас, а на лыжах? Почему? Плюшку здесь тоже, Сашка, надо тягать самому руками. Ну, ладно. Там лесенка. Здорово. Привет. Привет. Ну как, накатались? Повторно еще выливаем. А. Значит, понравилось. Да. Детям понравилось. Ну, пошлите. Да, тут, конечно, цены смешные по сравнению. Не очень. Коля, привет. Ты сам катаешься? Детский сад. Там по двое ездят на одном круге. Взрослые берут детей на колени. А, да, 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 ага. Поэтому. На 200, наверное, я так думаю, или нет? Есть. Что делать? Стойте! Это нас снимает.
Потом это... Попадете в историю города. Здрасте. Что, не получилось? Получилось, а супер, да. Да? Давай с мамой, а то мама будет бежать за тобой. Ну, садись. Еще подниматься сюда? Ну, в машину можем садить, погреться. Время-то идет. Готовы? Угу. Ну, нравится горка тебе? Интересно. 90 рублей, Саш. Час? Да. А кто-то еще туда еще катается. А там что, круче? Ну, там вот, вот так съездишь, а потом еще вот так. Давай с мамой, а то мама будет бежать за тобой. Ну что, круто? Все!
Боюсь! Не бойся! Не догонишь! Опа! Аккуратно. Все, бери. Будешь выпрыгивать? Давай, мам. Давай, погнали. Ой, вас не столкнул. Давай, давай. Разойдись. Смотри, куда я заехал. Ты зачем меня сюда толкнул? Сейчас вытолкну. Да не вытолкнешь ты. Я в дерево врезался. Офигеть. Ой. Бери таблетку, тяни. Какую? Какую? Эту. Нифига, мы залетели. Тяни ее. Офигеть, мы так залетели. Отходи, отходи, отходи. Все, беги к маме. Мама съедет. Скажи маме. Сашка, скажи маме, еще заплатим, катайтесь. А где здесь идти? Пошли, 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 быстро, пошли. Пошли быстро, 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 быстро. Быстро, 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 Сашка. Все, туда беги. О! Иди, иди, тащи таблетку. Аккуратно там. Туда. На ту сторону, Сашка, да. Страшно? Иди сюда, туда. Давай. Ого! Я куда-то ехал. Ну чё? И кушать надо. Да. Все. Давай.
совсем не бывает. Вон там волка лучше, чем это. Пошли, погреешься чуть-чуть. Как не холодно. Щечки отморозил. Ой. Как поверили? А? Что-то надо ждать? Нет. Поехали? Или что? Давай. В машине погреть. Все, да. Пошли. Спасибо. До свидания. До свидания. До воскресенья. Еще чуть-чуть на нашей иголке. Еще чуть-чуть на нашей. Ну, покушаем потом. О, у них тут елочка, видишь? Только маленькая. Так. Надо быстро уходить. Давай. Короче, надо правила безопасности соблюдать, когда катаешься. Там так реально будет. Ну ладно. Видите, красиво вы стоите. Нет, папа, стой. Ну все, накатались. Теперь взять. Поедем домой. Нет. Сашка, куда едем? На горку. Опять на горку? Да, к нам. Ладно. От горки, городской горки, до дома у нас ровно 11 километров. Все. До дома, а до горки. Можем ехать. Не до дома, а до горки. До горки. Валя, мне машин много здесь. А, и вот у меня варежки намокли теперь. Руки мокрые. Не могу согреться. Все, накатались.